добрый день снова всем. Очень рада видеть вас и очень рада той возможности, так как являюсь представителем этого прекрасного учебного заведения, возможности снова с вами встретиться 2-3 раза в год. Мы с вами встречаемся на соревнованиях. Сегодня у нас проходит соревнование по русскому жиму, называются они «Чёртова дюжина». И что самое символичное, что у вас сегодня 13 человек. 10 молодых людей и 3 прекрасных девушки. Хочу пожелать всем вам удачи, новых рекордов личных или вообще новых рекордов. Но кто-то, конечно, победит из вас, кто-то, может, и нет. Но все равно будем надеяться. Всего вам доброго. Давай, Александр, поздравляю. На самом деле, такие соревнования проводим первый раз, чертова дюжина. По русскому жиму, я думаю, все, ну, не, если не все, то многие участвовали, знаю, что там максимально пожать. То в номинации чертова дюжина необходимо будет пожать не менее 8 и не более 13 раз в 3 подходах. Нас 13 человек. Соответственно, мы идем одним потоком. Потому что по правилам чертовой дюжины на 2 потока разбиваются люди, если их больше 16 человек. Вот. Нас меньше, поэтому мы идем одним потоком. Начинаем с самых маленьких весов, ну это уже по классике, по улицам и остальных видов спорта. Начинаем, наверное, с девочек, они, наверное, самые маленькие веса заказали, если не ошибаюсь. Вот. Ну или Вася там, да, где-то самый маленький, гриф пускай. Тот тоннаж, который мы поднимем в 3 подходах, он будет делиться на наш собственный вес. Соответственно, нет разделения на весовые категории, потому что чем весишь ты больше, тем должен сжать ты больше, я думаю. Так. Все, вопросы есть? Есть. Единственное, если меньше 8 пожал, да, 7 раз, то этот подход засчитывается нулем. Больше 13 нельзя. 13 тебе запишут. Можешь и 20 пожать раз. Больше тебе 13 запишут. Меньше 13. Да. Поэтому тут надо такую математическую себе какую-то. Ну что, начинаем? Формулу в голове, как победить. А все? Отбив, судья. Да. Судья, отбив сдать можно, но надо слышать, чтобы были ставлены локти. Считают, вот на локти ставлены. Если локти не были ставлены, вес не засчитывается. То есть я сказал один, вы опустили. Сказал два, вы опустили. Если не была команда, что вес взят, подход не будет считан. И еще, во время разминки, либо если у вас какие-то сомнения насчет веса, запишите вес, который вы считаете нужным. Потому что во время уже подходов мы не будем менять вообще вес. То есть вес фиксирован будет. Раз, два, три, четыре, пять.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значит, больше. 13, стой. Молодец. Весь готов, приглашаем. Так, расскажите, Ивков Михаил. Сядь, почему она? Финал так. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тринадцать. Ну что,
два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Мощно! Ова! А вес какого стоит? Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Почему мы так не делаем? А? Почему мы так что-то не помогаем? Я тебе говорю, даже не знаю. Не понимаю. Старт. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, стойте.